Кстати, вот эта вся, я вот, Слав, тебя хочу спросить, вот эта вся телега насчет Америки там и прочего, она для чего вся эта история выдумана? Для того, чтобы миф поддерживать о маленькой шарообразной земле, или для чего вообще вся эта телега-то сделана была? 100 лет назад шарообразную сферическую вбросили, 300 лет назад вбросили плоскую, и тогда те тоже возмущались, такие были в шоке, плоская земля, вы что, идиоты? А те, которые уже привыкли к плоской земле, им уже шарик навязывали, те в свою очередь орали, что как может быть шарик? Вот. И, соответственно, это называется как? Окна Овертона, да? То есть вначале вбрасывают бразильский фильм, а через 100 лет в учебниках будут на полном серьезе изучать и показывать. Вот, смотрите, древние бразильские мореплаватели лично обогнули все континенты и составили карты того места, где мы живем. Ну, сама сферическая Земля, это же тоже идиотизм. Я же рассказывал, как эта теория появилась. Сидели масоны где-то на очередном сходняке 100 лет назад. И одного масона в носе засвербило. Он как шмарканет, у него сопля выкатилась и покатилась по столу, и свернулась в катыжик. Они подошли с лупой и говорят: слушай, говорит, давай вот эту теорию скажем местным жителям, что вот так выглядит наша планета. Он такой в шоке: ну, местные жители же не дураки. Да мы им еще расскажем, что там космонавты есть, космос летают. Давай зафоткаем твою соплю и будем всем показывать, что это наша планета. А он говорит: а прокатит? Да прокатит, тут увидишь. Смотрите, прокатило. То есть на полном серьезе соплю масона разбирают и говорят: смотрите, вот здесь это впадины, здесь речки, здесь перепады. А масоны сидят, хихикают себе. Блин, это ж кто ж мог подумать, что шмарканул 100 лет назад, а они до сих пор на эту брехню ведутся. Ну, приблизительно так. Передаю слово.